кайфово будет. Гора Аль-Ноби высотой более 500 метров представляет собой хорошо укрепленный район обороны, изрытый километровыми траншеями, подземными ходами, убежищами и заранее подготовленными складами с боеприпасами. Аль-Ноби за несколько лет превращена террористами в естественную крепость. По замыслу командования, отряду Сукурлу Кахра предстоит провести разведку боем. Для этого необходимо, скрытно выдвинувшись вглубь территории, занятой врагом, на глубину более 10 километров, создать у противника уверенность в начале общего наступления и таким образом вскрыть систему обороны на высотах, которые находятся левее горы Аль-Ноби. Уходя вглубь территории врага, первые взвода Сукур-аль-Сахра берут с собой только легкое стрелковое вооружение и одноразовые гранатометы. Остальные взвода будут нести на себе крупнокалиберные пулеметы на пехотных станках, боеприпасы к ним и обычные стрелковые боеприпасы для ушедших вперед подразделений. После проведения контроля местности на маршруте следования передовых подразделений, на заранее разведанные огневые позиции вдоль дорог выдвигаются и занимают оборону расчеты крупнокалиберных пулеметов, установленные на внедорожниках с легким бронированием. Бой в районе высоты 476 7 декабря был очень важным для нашего отряда. В первую очередь потому, что ранее мы участвовали в операциях вместе с другими отрядами сирийской арабской армии при поддержке средств усиления, артиллерии, танков или авиации. И люди, имеющие отношение к армии, поймут, о чем я. Но в этот раз отряд Сукур-аль-Сахра работал как самостоятельное подразделение, выполняя специальную задачу, не характерную для нас. Так мы скрытно проникли на территорию врага и вступили с ним в ближний бой, выявляя огневые точки противника на глубину порядка 6 километров. Это была очень трудная и опасная задача. Мы провели разведку боем. Мы укрепили свой боевой дух осознанием того, что можем пойти вглубь обороны террористов и вернуться обратно. Офицеры и солдаты отряда хорошо подготовились к выполнению поставленной задачи. Разведка местности проводилась в течение 4 дней, и действовать как спецназ скрытно оказалось самым оптимальным вариантом. Именно без предварительной огневой подготовки, то есть абсолютно неожиданно для врага. من هون وبنزل على المفرق يا ابن علي انت ما بتعمل لك حاجه عم تطلع هالسياره لا عندك احداث سيئه لا
شباب فوق شفناها هي على راس التله ورا التله ها رامي من ورا التله العمود العمود محل عند الشباب على الكوع هون عمودين طالعين هيك وفعلا выполнив поставленные перед нами задачи мы указали цели для других отрядов сирийской арабской армии и под прикрытием дружественного огня совершили отход и также скрытно вернулись обратно. Я считаю, что наше основное послание террористам доставлено, и оно звучит так. Вы не сможете спать ни днем, ни ночью, иначе мы вернемся обратно. Я считаю, что мы победили в этот день. Отряд Сукур-эль-Сахра появился тогда, когда был очень нужен стране, и сейчас мы по-прежнему нужны ей. И, конечно, мы постоянно будем улучшать отряд, накапливать боевой опыт, вооружаться новым оружием и увеличивать количество личного состава. Мы будем продолжать набирать состав отряда технически грамотных и самых лучших специалистов. Ведь наша основная задача – это борьба с международным терроризмом. Не с небольшими группами бандитов, а с самыми большими в мире террористическими организациями, в борьбе с которыми испытывают сложности даже большие страны. Отряд Сукур-эль-Сахра будет существовать до тех пор, пока Сирия не будет освобождена полностью. Ведь мы не захватчики. Мы не пошли войной на другие страны, а это они пришли к нам. А мы защищаем свою землю и свой народ Сирии. Yeah.